нас есть колоды в поселении, они перемещаются от одного человека к другому, то есть человек немножко в них поигрался, передал следующему и начинает заниматься... Ну, у нас зона рискованного пчеловодства, то есть очень бедная флора и фауна. С берез много меда не соберешь. Да, березы, елки ничего не дают, полей, лугов мало, медоносов мало, поэтому колоды идут тяжело очень. То есть для тайги наверняка они бы работали. Я понимаю, что там разнообразие растений велико, природа в балансе, здесь все в дисбалансе. Природа, поля, луга, лес, все в дисбалансе, очень мало цветов, они не выживают пчелы в колодах здесь. Просто физически им трудно, без человеческой энергии, без ухода, они здесь гибнут. Ну, вот. У нас неудачные были. У нас неудачные, и я знаю, многие, кто пробовал, у них тоже неудачные. При том, что наш опыт пчеловодства, ну, нашей пасеки семейный, мы тут как-то считали, 75 лет. То есть, из поколения в поколение, я третьем поколении пчеловод, все три поколения до сих пор живы, мы общаемся. Пчеловодство – это каждый год новый. Год, они не повторяются. В нашей местности нет такого, чтобы какие-то штампы работали. Не работают штампы. Папа Васин уже полвека пчелами занимается, и каждый год удивляется. Я практически с рождения на пасеке. То есть, когда мне люди приходят и говорят, что я уже третий год вожу пчел, я все знаю, это смешно. То есть с пчелами в разных регионах по-разному. Я знаю, что на Кавказе пчел можно поселить куда угодно, в 3-литровую банку, они выживут, и все будет классно. Здесь не так. Вот. Здесь сложно. Последние вот нововведения – это появились дятлы, которых раньше не было. Они разрушают ульи зимой.